Видовский перинатальный центр славится не только высококлассными специалистами, но и современным оснащением. Медики ежегодно обновляют оборудование, необходимое для помощи как новорожденным, так и самим мамам. Месяц назад здесь появилась автоматическая реанимационная система для проведения сердечно-легочной реанимации в автоматическом режиме. Опускаем вот эту вот присоску до уровня груди. И дальше включаем уже режим искусственного массажа. Два режима. Аппарат переносной, работает от аккумулятора и готов к работе уже спустя 5 минут после распаковки. Батарейки хватает на 40 минут автономной работы, но реанимацию можно продолжать и после подключения аппарата к зарядке. Мы его используем во время транспортировки, допустим, где-то на улице или в коридоре случилась остановка сердечной деятельности. Мы подключаем этот аппарат, и мы уже пациента с параллельным параллельной реанимации транспортируем туда, куда это необходимо. Видовскому перинатальному центру такая система была просто необходима. Он принимает пациенток с высоким риском тромбоэмболических осложнений, у которых в случае остановки сердца сердечно-легочная реанимация имеет свои особенности. При реанимации таких пациенток мы обязаны проводить сердечно-легочную реанимацию в течение 2-3 часов и в некоторых случаях и больше. Конечно, вы понимаете, что человек физически просто не может эффективно в течение такого длительного времени проводить сердечно-легочную реанимацию. В конце прошлого года в центре был введен в эксплуатацию центральный пункт наблюдения в ординаторской, который позволяет мониторить состояние пациентов, находящихся в реанимации и операционных, на расстоянии. Если хотя бы один из показателей выйдет за границы нормы, система тут же оповестит об этом медиков. Также Видновский перинатальный центр, единственный в Московской области, стал обладателем уникального оборудования для экстракорпорального очищения крови. Начиная от гемоперфузии и заканчивая плазмофильтрацией, каскадным плазмоферезом. Допустим, плазмофильтрации мы проводим на определенных колонках, проводим у пациенток с заболеваниями печени или осложнением беременности, которые повлияли на печень. Аппарат позволяет помочь тем, кто длительное время не может выносить беременность, женщинам с аутоиммунной патологией. Во время всех манипуляций медики непрерывно мониторят состояние не только мамы, но и ребенка. Сейчас в день на нем проводится 5-6 процедур. Аппарат проще собирать, занимает меньшее количество времени, чем другие, да, аппараты. И сама процедура на нем проводится быстрее. Здесь также хранятся запасы донорской крови и заготавливаются аутоплазма пациентов, у которых есть риск массивной кровопотери во время предстоящей операции. Словом, медики перинатального центра справятся с любыми сложностями, чтобы спасти жизнь и здоровье мамы и ребенка. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видно этого.